Приветствую вас на видеоверсии сайта военноедело.com. Британский военный корабль HMS Kent направляется в Персидский залив. Во вторник, 13 августа, ТАСС опубликовал сообщение со ссылкой на британскую газету Daily Mail о том, что в Персидский залив направлен фрегат HMS Kent ВМС Соединенного Королевства, который заменит корабль HMS Duncan. В задачи британского фрегата входит совместное с США наблюдение за безопасностью мореходства в Персидском заливе, а также сопровождение британских кораблей при проходе через Ормузский пролив. Стоит отметить, что в Персидском заливе, кроме эсминца «Дункан», находится десантный корабль «Кардиган Бэй» и 4 корабля противоминной обороны. Напомним, что ситуация в Персидском заливе обострилась 13 июня, когда в Оманском проливе на 2 танкерах произошли взрывы и пожары. США при поддержке Великобритании и Саудовской Аравии возложила ответственность за происшествие на Иран. Тегеран все обвинения отверг. На этом пока все. Следите за свежими новостями на сайте военноедело.com.